Зять, ты приходишь на работу в такой час? Отец Кязым? Почему отец? Мы же на работе. Называй меня господином. Ферит. Добро пожаловать, тетушка Зерин. Нам нужно поговорить. Господин Кязым, как вы? Вы уже устроились в кабинете? Да, устроился, слава богу. Спасибо, Фуат. Ферит, а кто эта госпожа? Здравствуйте. Это касательно финансов. Ферит проводит госпожу, а я выпью кофе с господином Кязымом. Ладно. Да, господин Кязым, работа не ждет, нужно работать в поте лица. А, молодец, сынок. Так держать. Иди работай, давай. А что с твоим голосом? Поселили меня на 38-м этаже, вот и голос пропадает. Ах ты, бедняга. Ладно, увидимся. Давай, давай, пока, работай. Я же позвала тебя, чтобы поговорить. Не так ли? И что ты сделал? Конечно, сбежал. У брата возникло срочное дело, и нам пришлось выехать за город. Извините. Ну, конечно. Это уже не так уж и важно. Я взяла номер телефона твоего дедушки. Если впредь меня что-то будет беспокоить, и мне нужно будет спросить у него, я прямиком позвоню ему. Позвольте спросить кое-что. А о чем вы разговаривали с дедушкой? Не бойся. Он все еще не в курсе твоих гнусных, постыдных поступков. Тетушка Зерин, прекратите, прошу. На самом деле я... Что, Ферит? Что? Ты же причинил моей дочери такие страдания. Как ты с ней поступил? Когда та девушка, на которой ты женился, выгнала мою дочь из дома, тебе совсем не было стыдно? А? Ты ничего не мог поделать? Неужели ты совсем не ценил мою дочь, сынок? Ценил, тетушка Зерин. Я настолько ценил Пелин, что привел ее к себе домой, честное слово. Не смеши меня. Издеваешься надо мной? Так ты ценишь человека? Люди даже помогают первому встречному. Кто твоя жена, Ферит? Кем она себя возомнила? На каком основании, а? Она схватила мою дочь за волосы и выгнала. А кто ты? Кем ты себя возомнил? А? Я с самого начала сказала тебе, Эпелин. Твоя фамилия, деньги и положение не действуют на нашу семью. Не вздумай кичиться этим. Иначе будешь иметь дело со мной. Моя дочь не похожа на тех других девушек. Я говорила, что проучу тебя, если хоть одна слеза упадет с ее глаз. Помнишь, что ты мне сказал? Ты еще плакал передо мной и сказал: «Тетушка Зерин, я очень сильно люблю Пелин. Она самая ценная для меня. В будущем мы с Пелин поженимся. Я не допущу, чтобы хоть слезинка упала с ее глаз. Обещаю вам, прошу вас, поверьте мне». Так говорил? Разве не так? Я задала тебе вопрос. Ты так сказал или нет? Все верно. И что теперь? Посмотри, что с нами. Знаешь, в каком состоянии девушка, которую ты якобы так любил, ценил и берег? Знаешь? Она плачет каждый день. Моя дочь плачет. Каждый день. Она уже все глаза выплакала.
Ты хоть знаешь об этом? Я извиняюсь. Не извиняйся. Не извиняйся передо мной. Мне не нужны извинения. Я просто хочу, чтобы ты сделал все необходимое. Как думаешь, Пелин теперь сможет полюбить кого-то другого? Кого-то, кому она сможет довериться? С кем она сможет построить свое будущее? Ты украл будущее моей дочери. Я тебе не раз говорила, что я очень дорожу дочерью. И я переживала за ее дальнейшую судьбу. Мы отдали всю свою жизнь, чтобы обеспечить ей достойное будущее. И что случилось потом? Пришел господин Ферит и разрушил все наши усилия. Но не тут-то было. Ты украл будущее у моей дочери и сделаешь все, что полагается. Ты не можешь развернуться и уйти, как ни в чем не бывало. Честное слово, я хочу, чтобы Пелин была счастлива, только этого. Пелин будет счастлива. И знаешь, когда? Когда ты разведешься. Все наладится, когда ты начнешь ценить мою дочь, которая по-настоящему любит тебя и заслужила быть с тобой. Поскорее сделай все необходимое. Лучше поторопись. Твою жену тоже жалко, она тоже чья-то дочь. Чем раньше, тем лучше. Кстати, я буду преследовать тебя, пока ты не уладишь эту проблему, Ферит. Я не вернусь в Лондон и буду рядом с дочерью. Так и запомни. Это такое горькое воспоминание о прошлом. Даже если я хочу утопить его во времени, оно все равно звенит в ушах, как угрызение совести. Даже если я боюсь вспомнить, я никогда вас не забываю. Никогда не забываю. Дедушка, я тебя очень люблю.